Севиль Абдулаева – молодая предпринимательница. В начале августа обращалась к главе областной администрации с просьбой помочь решить ее проблему. Она просила выделить ей здание бывшего детского сада 68 по улице Мехригио города Самарканда для организации детского образовательного учреждения с инклюзивной формой дошкольного образования. Данная идея была поддержана руководством областной администрации и, согласно указу хукима города Самарканда, 14 августа 2019 года пустующее здание было передано предпринимательнице. Сегодня Севиль в числе бизнесменов, пришедших на встречу с хукимом Самаркандской области Эркинджоном Турдымовым в областное управление торгово-промышленной палаты предпринимателей. После получения разрешения Абдулаева не может начать строительные работы, так как на переднюю часть здания претендует департамент благоустройства. Его представители настаивают на том, чтобы Севиль выделила им 5-6 соток из имеющихся 25. Эркинджон Турдымов обещал лично разобраться с данной ситуацией, выехав на место. Второй раз обращаются за помощью представители семейного предприятия Казимова Тухира. Семья открыла гостевой дом и для его оснащения мебелью в июне этого года обратилась в самаркандский филиал Национального банка для получения льготного кредита 200 миллионов сумм. Несмотря на то, что со стороны банка было дано гарантийное письмо, кредит Казимовы не могут получить по сей день. На прошлой неделе главой областной администрации было дано 7 дней руководству Национального банка для решения данного вопроса, но проблема так и не решилась. Меня внесли в качестве снабженца на получение льготного 8% кредита. 2 месяца мы бегаем в банк. Было дано гарантийное письмо с их стороны, где указано, что я должен обеспечить 100% мебелью. Я выполнил свое условие, но они не торопятся. Согласно положению о порядке выделения кредита в рамках программы «Каждая семья – предприниматель», должны выдаваться льготные кредиты с 8% годовой ставкой. Хуким области потребовал ответа от банкиров, отчего столько препонов на пути решения проблемы предпринимателей, тем более, что выдано гарантийное письмо. У нас на сегодняшний день нет соответствующих ресурсов. В рамках государственной программы «Каждая семья – предприниматель» нами уже выдано 28 миллиардов сумм. Вопрос предпринимателя будет решен в скором времени. Кредит ему будет выделен из возвратных ресурсов. На вопрос, если есть ресурсы, то в пределах какой суммы банк может самостоятельно распоряжаться денежными средствами, Озот Абасов отвечает. Во исполнение постановления президента Республики Узбекистан от 7 марта 2019 года по области наш самаркандский филиал может самостоятельно выделить до 30 миллионов сумм физическим лицам. Вроде бы все четко, не к чему придраться, но у банков это постоянный дежурный ответ – нет ресурсов. Возникает вопрос, а для чего их деятельность, если они не могут выполнить свои прямые предназначения? И каждый раз бизнесменам приходится множество раз обивать их пороги. Эркинджон Турдымов потребовал решить проблему семейного предприятия Казимова Тахира. Всего за неделю в областное управление торгово-промышленной палаты поступило 48 обращений. 38 из них были решены до встречи с хукимом Самаркандской области.